Здравствуйте, меня зовут Тимофей Рубцов, я актер. С детства снимаюсь в кино, снимался в таких проектах, как «Хор», «Парижанка», «Училка». И крайняя моя роль была в сериале «Аль Капотне» для телеканала «Пятница». Моя любимая роль была сыграна в сериале «Хор». Там я играл мальчика, главного солиста хора. Он жил хором, для него это было все. Но потом у него началась мутация голоса, и его выгоняют из хора, и он пытается покончить жизнь, но у него не выходит. Так. Пишу музыку. Занимаюсь написанием инструментала и речитативом. Я мастер спорта международного класса по конькобежному спорту и чемпион России. Буду рад большим сложным проектам. И если вам нужно встать на коньки, то я всегда готов вам помочь.